Я не выношу. Я не буду избивать толпой, как вы тогда со мной обошлись в ресторане. Черти, будешь знать, как тут с девицами легкого поведения кувыркаться. Ой, ёпты, вот так вот сработали. Давайте дом обшуряем, посмотрим, что вообще тут у них происходит. Видишь, все опечатаны, а он нет. Да? Стой, давай слышишь, посмотрим. Терминалы выносят, а потом вот так вот улетают данные с карт, обнал делают с них. Да ладно. Я когда буду старым, они прихлопнут меня и мою семью, поверь. Я насмотрелся криминальной России, блядь, там такой мрак, там такие жмуры. Ну, понимаешь, когда ты их не отпил, у тебя в душе что-то, ну, вот, хочется, но не знаешь, что сделать. Пусть вся страна посмотрит, как бывает, какое новое поколение пришло на смену всем этим бандосам. Мы тут решаем, что делать с Пашей Беллом. Что решили? С Пашей Беллом что решили? Да. Ну, пока. А вы что скажете? Ну, как вас порешит, так и все будет решено. Хорошо. Отправляйте. Но упустил нужный момент. Так хорошо. Капец, ребята. Я был такой эксклюзив. Смотрите. Мы приехали, короче, с Романом в автосалон BMW не просто так. Не просто так, у меня за плечами огромная сумка. Ну как огромная, достаточно тяжелая, Ром. А ну-ка взвесь сумку. Скажешь. Нормальная? Короче, путем несложных манипуляций получилось надыбать ценную сумму денег. Плюс ко всему вы в ролике еще узнаете, откуда часть из них добавилась. В общем-то, не в этом суть. Суть в том, что мы сейчас идем, ребята, в автосалон. За лютейшей мощной делюгой. Я так чувствую, я сегодня, возможно, на чем-то уеду. И не то, что чувствую, наверное, даже точно. И первые узнают об этом, естественно, наши братишки по Радмиру, по Кассу онлайн. Раз китаец, два китаец, три китаец. Слышь, на Радмир, наверное, тоже скоро китайцев добавят. Езжай прямо сейчас, чиль, дуй в автосалон. Сейчас едем в автосалон. И пацанам сделаем очень крутой эксклюзив. Ребят, как я уже повторюсь, не смогу вам сказать, какую конкретно машину, ну и вообще, зачем я сюда приехал и так далее. Обязательно покажу вам и расскажу. Сегодня в 22:00 по московскому времени будет стрим у Арменчика, я тоже зайду, буду с вами играть. Там что-то погуляем, погоняем, наведем шороху, суеты, сделаем крутой розыгрыш среди вас, там на много-много миллионов или какую-нибудь тачку разыграем. Но, если честно, наверное, сейчас вы смотрите, видите, Паша, за какой машиной ты конкретно приехал. Но я готов поделиться той информацией именно на стриме, в прямом эфире, когда также буду там игровой канал записывать. В общем, если честно, даже немножко волнуюсь, переживаю. Главное, чтобы быстро сделка прошла, ну и без происшествий. Че, Ром, получилось там, не? Залететь. Короче, Рома хочет купить ту же самую машину, ну, за которую мы приехали и на Радмире. Так. Ух, какой у тебя фон красивый. Хоть какая-то тачка. Кстати, она стоит сколько? 30 лямов где-то. Мы приехали не за ней, ребята. Слушай, а такая на Радмире есть, нету? XM, X5M. X5M, ну... Слушай, надо у Арменчика спросить, Арменчика на самом спросим, деле, да, интересная делюга. Пока Рома едет сейчас в автосалон, я буду покупать машину здесь. Не забудьте, ребята, сегодня в 22:00 по московскому времени я расскажу вам, поведаю о мощнейшем эксклюзиве. Будет это происходить на 12-м сервере. Если вы до сих пор не в нашей большой команде под названием Радмир Games Hustle Online, то прямо сейчас спускайтесь по ссылке в описании, скачивайте Радмир Games себе на компьютер, либо Hustle Online на телефон. И играйте как Ромаха. Сейчас Ромаха поедет в автосалон, купит ту же самую, такую же тачку. Ну а мы пойдем забирать. Жду всех сегодня на 12-м сервере. 22:00. Погнали. Всякое дерьмо. Что осталось? Ребята, у меня, возможно, сейчас будет плохой голос именно в камере, потому что в реале у меня его, можно сказать, почти нету, этого голоса. М-ка не тронута, тоже как загнал в гараж, так она и стоит. Вообще, это дерьмо стояло в поле до того, как я улетел в Москву. Потом думаю, ладно, когда все-таки решился улетать, выгнал из поля, поставил сюда. Ну и, в общем, вот эта черная стоит здесь. Ну, бэха моя здесь и стояла. В общем, с ней никакие движения не производятся. Она у меня снята с учета. Умираете на хранение. В общем, сейчас... Какие движения, ребят?
Немножко я растерян. Вот, кстати, как видите, даже ничего еще не мылось с того дня. Вот немножко у меня тоже сейчас, как я вам и говорил, такая, скажем так, сумбурность в голове, потому что, блин, вот смотрю на BMW и вспоминаю тот дерьмовый день. Но так как мы взяли и отомстили этой чепухе Галимой, то прямо сейчас я сажусь в его машину. Так, все абсолютно спокойно, абсолютно свободно. Мы выезжаем. Главное сейчас ее не бахнуть об косяк. До этого можно было бы и бахнуть, но сейчас именно это делать не надо. Почему? Да потому что я ее продал, ребята. Все делаем быстро, все делаем качественно и все делаем красиво. Кстати, смотрите вот сюда. Смотрите на угол, ребят. Вот камера передает или не передает. Посмотрите, какой мятый угол. И вот, кстати, что я подозреваю, этот потолок, его перешивали в черный, то есть, точнее, его перетягивали. Он, возможно, по штату был серым. Но это не главное. Видите, вот эти вот неровности. Вот они, ребят. Вот они, вот эти неровности. Именно вот эти неровности спалили Егору. Спалили Мишу Запада. Ладно, все это потом. О, Володя работает. Мировой мужик, ребята. Просто взял, спас мужика, пригрел. Вот теперь он работает, ночует на базе. Кормится. В общем, красавчик дедуля. Так, ну а нам пора тогда что, уезжать? Сваливаем. Свет везде выключаем. Вот это вот BMW, для тех, кто знает, не знает, это, если что, Ромахина. Он возит Машку, повез на Мерседесе по своим делам. Ну вот, ну а мы сейчас что, отправляемся в Одиноково. Может быть, Антоху, кстати, подберем. Он чисто пофишкует меня. И отправляем это дерьмо прямо в ад. Человек, кто ее покупает, знает, какая с ней история, потому что он ее покупает дешевле, чем на миллион. Это минимум, ребята, чем на миллион. Володь, что, я проеду? Ну, вот. А, елки-палки, Rolls-Royce же еще стоит, еще резину надо. Да, я ему еще резину решил отдать, она мне нафиг не нужна. Потому что М5 зимой я по-любому ездить не... Ух ты! Чуть Rolls-Royce не бахнул этим дерьмом. Перегружаем эту резину. Резина вообще нульцевая, но мне она не пригодится. Мы ее покупали в Москве, когда только-только, помните, забирали М5 с того же самого двора, что из бумера. Так, залезет, не залезет, залезет. Два колеса сюда. Залазит, окей. И два колеса с другой стороны. Так, это раз, это два. С пятый. Блин, как же хорошо просто на родной земле, в родной... Ну ладно, деревни не буду говорить это слово. У нас на самом деле не деревня, у нас город. Просто некоторые... Так, все чисто, спокойно. Некоторые обижаются, то, что я называю свой город деревней. Но я так привык, ребята. Просто родные края. Родные края. Без них никуда. Вот я убедился. Вот то, что я слетал в Москву, вы будете в афиге. Я потерял минус миллион рублей. Там, со всеми движениями. Сейчас расскажу по дороге подробности. Офигеете. Может быть, некоторые подумают, что это связано с играми Гордея и с играми Дубровского. Ну, ребят, без флешбеков, честно скажу. Суммарно, да, в районе миллиона, но по поводу Дубровского не могу никаких флешбеков вам давать, к сожалению. Ну, это по понятным причинам. Шоу Гордея абсолютно бесплатное, то есть мне вообще по максимальному понравилось. Что и у Жени, что и у Гордея, но, если честно, у Гордея больше, потому что там участие стоило бесплатно. В общем, есть небольшой нюанс, ребят. Есть небольшой нюанс. Так, у Rolls-Royce настолько толстые стекла, что они не пробивают пульты. Вот приходится открывать окно. Короче, да, ребятушки, есть один небольшой нюанс. Перед тем, как я улетел в Москву, я, точнее, не я один, а с Олегом слетали в Ингушетию. Это до ужаса красивый край, офигительная республика, но там я попал в просачок, подробности раскрывать не буду, меня попросили этого не делать, но делюга была очень жесткая, очень серьезная. Как хорошо, что во всех моментах нашлись свои близкие люди, и хочу вот прям в ролике сделать благодарочку своему близкому, зовут его Ахмед, вставлю фотографию. И, Ахмед, тебе огромный привет, всех благ, здоровья, спасибо, что не отказал, спасибо, что помог, но, к сожалению, скажем так, это было также и череда моего опыта. Это я просто к тому, что
скажем, полинял на энную сумму денег, на крупную сумму денег. Ну, для меня это крупная сумма денег. Вот. Ну, пусть мне это будет опытом. Вот, в следующий раз, когда полечу в те края, будет совсем все иначе. И я посмотрю на этот край совсем другой стороны. Ну, так бывает. Попался в паутину. Ладненько, че, улетаем? Погнали, ворот здесь закрываем. Все, погнали. Ни пуха, ни пера. К черту. Патронники ежели что, головы рубили, зарабатывал вес. Тут каждый, кто пил, добиво я нашел. Личную выгоду и свой интерес. Нагал пламени, лазарял города. Неминуемые юмалы, будто вела их едно. Тут человек пропадал навсегда. Сумом себе, себя же не было видно. Ну, конечно, с Эмкой не сравнится. Вообще, я считаю, что в таком виде, блин, тачки должны быть только Эмки. Вот если у этой Эма вес, пускай, да, она должна быть Эмкой. Зачем дизельные машины? Ну, это, конечно, не мне говорить, у которого Гелендваген был дизельный, а одет в МГ. Причем это сделал я. И что, это мне сейчас проще говорить, когда, типа, у меня есть Эмка, и я еду на дизельной машине, не понимаю. Типа, а почему ее, зачем ее одели, типа, в дизельный М-обвес там, и что-то пытаются исполнить с двухлитровым мотором. Ну, ребят, у меня на гельке хотя бы был 4-литровый мотор дизельный. Ну, в российском индексе он значится как вообще 2,9. Вот. Да, на самом деле, по гелику капец, какая тоска, какая скукотища. Тук-тук-тук, тихо-тихо-тихо, спокойно, я на летней резине. Вот. Но ничего страшного. Я надеюсь, все образуется. И, кстати, я тут недавно вообще задался целью. А как выглядит вообще моя машина сейчас? Потому что она уехала в сторону Казани, там, где был казанский феномен. Ну, кто в курсе, тот в курсе. И я могу вам показать в своем телеграм-канале, как сейчас выглядит мой легендарный, первый, новый Гелендваген, ну, дизельный, то бишь, как будто бы АМГшный. Я ставлю ссылку на свой телеграм-канал, перейдите, посмотрите, там выложу фотографию моего бывшего Гелендвагена, как он выглядит сейчас. Диски там просто улет, я таких колес не видел никогда в своей жизни. Ну, а мы едем. Я уже позвонил по поводу хранения номеров на эту машину. Все, буду оставлять. Двинут задним числом. Вот опять же, ребят, как же хорошо в родном крае. В Москве вообще там все чужое. Все что-то пытаются друг друга обмануть. На дороге там вообще полная жопа происходит. Чтобы добраться из одной точки в другую, тебе нужно потратить целый день. Здесь ты можешь потратить полдня, переехав всю область и насладиться капец какими красотами. Ну и не только насчет этого плюс. Вот тот же самый плюс, то, что мне надо. Ставили тачку на учет. Не надо. Сняли с учета, оставили номера, то есть все делаем красиво. И что самое главное, по закону. В общем, ладно, ребятушки, едем. Меньше разговора, больше дела, погнали. Таким был, таким и остался. Сейчас с Олегой, короче, и думаем, как выиграть завтра у Гордея Настучика. Есть несколько вариантов. Олегу пока не говорю, но Олег говорит то, что у девчонок очень... Ты что сломал? Нет. В смысле? Ну, вот так должно быть. Нет, это что ты смотрел. Че, пацаны, как вам тачка, девчонки? Че за Акура? Че за Аурус, кстати? Не Алькантара. Может быть, это Аурус? Это Акура. Ну, слушай, на самом деле, я думаю, уже многие прогуглили, что это за машина, поэтому мы, наверное, мы зря гадаем. И я думаю, ты зря поставил ручник, потому что мы сейчас, по идее, как едем. Сними с ручника. Знаешь, как ручник отключать? Давай. Где? Ну, он есть. Давай, показывай. Штаны снимай тогда, показывай. Если говорить откровенно, то... Есть один очень интересный план, уже так. Через 300 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. И Олег вот догадался, и поэтому... Ну, Рома пока еще не знает. Рома пока еще не знает, но мы, короче, должны затащить эту победу. Ты сказал, с кем мы едем? С кем мы едем? С кем? Кто едет? Едет Олег, жена Полина, потом Маша, Рома, и еще плюс ты и я. Классно. Еще плюс ты и я. Самое, кстати, знаешь, что интересно? Что после шоу Гордея меня пригласили капец на какое крутое шоу. Я даже мечтать об этом не мог, но
написал очень влиятельный человек среди блогерской, скажем так, массы. И я охренел, что вообще, какое предложение поступило, но, правда, участие стоит денег. Практически миллион. Тормози здесь, тормози здесь. Все, стой. Вперед, грязи. Здорово, что делаешь? Встречай Москвой. Опа. Подай, Патин. Подай, Патин. Короче, ладно, все. Мы всех увидели, все встретились, все рады, все довольны. Завтра будет информация и... Палим тачку. Что, завтра у нас съемки. Посмотри, посмотри ноги, покажи. Ты покажи. Ты что, в носках? Короче, 400 тысяч, сейчас стоимость участия 800 тысяч. И я сказал, все, я буду обязательно, это как раз сегодня у нас получается первое, завтра второе, съемки у Гадве. И это будет, короче, 4 декабря. Мы всей командой будем болеть за нас. Все, ладно, едем на стульчики, на офигенных стульчиках. Завтра, 2 декабря, делаем жестко, делаем вещи. На стульчики, да, в багажном отделении. Ладно. Нам-на. Ты че, уебался? Приехали жены, блядь. Наш блядь, да ты меня разозлил, нахуй, с этим, блядь, включил воду, нахуй. Я ж молчу, как ты свой, блядь, тромбон продуваешь там, нахуй, блядь, по два часа, блядь. Рома вообще молчит, он в шоке, не хочет под горячую руку, короче, упасть. Рома не любит шутки про жопу. Блядь, это тоже вырезать надо. Хорошая погодка. Готовимся с пацанами. Сейчас поедем прогревать нашу пульму. Наш Экус, ребята. Ну, многие уже догадались, что это Hyundai Экус. Ну, сейчас вы увидите конкретно, как он будет. Погнали. Ну что, подошли мы к нашему Экусу, ребята. Вот этот самый корейский длиннобазник. Могу сказать одно, что он сейчас сможет не завестись. Тачку насадиться за руль, я же хотел завести, поставить на улице. Не-не-не, надо педаль нажать, ты чё? Вот такой вот красавчик. Да, выжат, на нейтралку поставили. Самое прикольное, что мы на самом деле его купили где-то, наверное, недели 2-3 назад. Купили мы его совершенно в другом состоянии, не таком, как он сейчас находится. Был бампер в ужасном состоянии, не было молдинга, не было туманок, фары плохо светили там через одну. Ну как бы все равно фары надо менять, их сейчас просто не успели поменять, потому что там блоки рожек и что-то так. Че, не завелся? Да ладно! Да, вот просто была проблема и с утечкой. И эту проблему должны были решить, но, видимо, не решили. Короче, что, наверное, сейчас придется пускать, ехать где-нибудь покупать на такси, не на такси, и заводить его. Конечно, очень печально, что такая история. Покрасили диски, установили туманки, молдинг. Пришлось даже покупать совсем другой новый бампер. Ну и, кстати, насчет стоимости, ребята, этот автомобиль стоит всего лишь 1 000 000 рублей. Мы поставили его уже на калининградские номера. Номера просто обычные, простые. И нам самое главное сейчас не опоздать на стучки, успеть Гордею. Будем стараться. Нашли применение, мир не без добрых людей. Вызвали таксиста. Вот сейчас будем прикуриваться. Да поувереннее ты едь. Давай езжай. Гордея, да? Пленки, которые МК.
Ой-ой-ой, а что с ними? А, они, наверное, заклеены под этот самый, под новогоднюю гирлянду. Короче, нам сказали где-то там остановиться, но вот тут место поинтереснее. Тут хоть тачки видны. Там уже какая-то суета пошла. Блин, вот мне, честно говоря, на все это интересно смотреть под таким углом, что реально вот приехали, по сути, чуваки с деревни и на все это смотрят вот реально совсем другим взглядом. Думаю, это я вот про себя именно, потому что Рома у нас, ну, вы сами понимаете, при каких возможностях, а я вот, например, да, с девчонками, деревенский пацан. Да, девчонки? Да, ладно. Пойдем туда, чего в тачке? Кого-кого? Пойдем туда, чего в тачке будете сидеть? Мы греемся, брат. А там теплая палатка. Весь материал вы увидите у Димы на канале. Но если честно, находясь здесь, я охреневаю. Это настолько глобальнейшие масштабы. Это реально какой-то, ну, мировой уровень. Столько людей, столько организаций. На самом деле, если честно, вот пока еще не начали делать стульчики, где-то через часик-полтора, да, начнем, чтобы надо, вот, чтобы стемнело, да, Лех? Ну пока да, примерно. Потому что все машины украшают гирляндами, чтобы все красиво горело и так далее. Я вот что думаю, конечно, на победу заряжен, мы изначально приехали сюда выпить за победу, но сейчас смотрю, стою и отпиваю, немного даже ладошки спотели и думаю, не дай бог, но вот что-то мне подсказывает, могу вылететь, блин, вторым или третьим, ну, да не, наверное, не. Пятым, третьим. Да не-не-не, нормально будет. Нормально, ты, конечно, выиграешь. Самое главное, что Леха нас поддерживает. Предложение наше. И ты не согласился? Нет. У тебя какое предложение? Я не будет у меня предложение. Ну смотри, ты сегодня утром заикался, что ты готов без штанов залететь в принципе на проект. Короче, пацаны, у нас изначально будет какая-то тактика, и мы ее будем придерживаться. Тактика заключается в том, чтобы максимально сделать отвлекающий маневр от всех других участников и забрать победу. Короче, у меня есть еще охуенная идея. Ну, вообще оказалось, на самом деле, капец как холодно. В Калининграде потеплее будет. Сейчас ноги отогрею и будем продолжать дальше шоу Гордея. Видим, мы против часовой стрелки, играет музыка. Как только музыка, нельзя пересекать вот эту окружность желтого цвета. Ну, кто-то уже участвовал, знает, но ее видно, в принципе. Если вы будете заезжать, если будете ехать, не лезть. Короче, тоже да, пересекать. Да, да. Все очень просто, в принципе. Но машины едут здесь. Да, да, да. Вот. Ну и получается, когда мы уже выиграем, мы откроем самый интересный контейнер, самый вкусный, и заберем победу себе. И вот так заезжать нельзя. Вот через эти боковые. Делаем, ребята, фары настраиваем. Так, фары горят, нет на машине. Ребят, если что, донор у нас уже есть на такую машину. Без фар, да. Фары не горят. Все, в принципе, все ребята уже готовы, участники на своих местах. Сделаем, не сделаем. Ну, узнаете у Димы на канале. Сделаем мы или не сделаем. Если что, самое главное, это не победа, а участие. Все. Нет, а это победа нужна. Тогда нужна победа. Давай, я. Я только зарядился. Все, давай, начнем. Давай. Раз, два, три. Семерка. Есть столовая. Если знаешь, что это не гитарная семерка. В12. Почему? Потому что она была у Гуфа в клипе. Да ладно? Да? В Алике. Гуф это центр, получается, все получается, нормально. Что? Давайте Гуфа навалим тогда, можно? Или по авторским? По авторским. Нельзя, да. А уже все пишет это или включит? Нет, еще не включит. Если что, у нас есть в Калининграде на нее донор. И только что поступила эксклюзивная информация, что эта машина снималась в клипе. Поэтому ее нужно установить команде Гордея. Обязательно. Подрати, скажи, ты готов на все? Я нет, я не готов на Лигу. Сам, самая трушная фигня всегда происходит с нашим братишкой Ромой. И он сегодня готов на все и сделает
Рома! Отвлекающий маневр для наших оппонентов. Тихо! Тихо! Не разбивай! Тихо! Вы понимаете, что вы мне портите настрой тем, что вы мне не говорите, что вы придумали? Вы понимаете? Брата, я придумал. Олег не знает, просто если ты будешь согласен на эту лютую делюгу для того, чтобы мы победили, брата, я знаю, ты должен согласиться, и Олег тебя обязательно поддержит. Брат. Я поэтому думаю, должен сейчас выйти на Вообще, да. Тебя придавило сейчас? Да. Нет, в кабинку. Не подавило. Это тачка Вуфа, брат. Здесь нельзя делать плохие вещи. Мы, понимаешь, вот смотри, мы с Калининграда сами родом. Мы мамоновская, брат. Иди. Что он все? Поехал. Давай. Все, короче, мы встали, никто не кипит, все четко, все ровно, но машина шлифует. Из-за этого она нам не дает мощный старт. Закат окончил летний. Блять, мне надо было бочину подставить, а не этот, а не колесо. Блять, как так мы на первом круге? Да стой, надо присёгивать. Было прямо место, братан. Серьезно отвечаю. Слово пацана даю. Бля, я никого не хочу. Бля, я никого не хочу бить вообще на самом-то деле. Но вот удивлённый. Ну в нас прям принципиально ваше. Да. Мы просто, мы как галеки на этой машине. Давай задом. Больше я не стану заглядывать в окно. Ребята, подготовьте нам арбузы на замену Пашу Пэлли. Капец бурьян, ребята, ничего не видно. Короче, что произошло вчера, естественно, ребята, вы увидите у Димы в ролике. Впереди камера на разметку. Даже я посадил свой голос. Сегодня мы двигаемся по делам, а вот завтра мы едем на не менее веселое мероприятие, с которого реально вы все офигеете. Так что, чё? Едем чилим с комфортом, едем по кайфу даром. Сначала дела, а потом забота работа. Погнали. Так что, друзья, ну что, вот и наступил следующий день, я сорвал голос у Димы на стульчиках, и поэтому буду еле вот так вот разговаривать. Я думаю, по-любому в одном из контейнеров какое-нибудь там кресло, типа, не могучи. Вот ребята уже выбирают, моя очередь. Далека еще, далека. Так что, что, спасибо всем, кто за меня болеет, посмотрим, что будет. В любом случае, главное не победа, а участие, но мы должны победить. Че, переживаешь за меня уже? Все нормально. Главное то, что реально окунулся как будто в сон. Короче, уже первые ребята выиграли. Ну, потом уже не узнаете, но если чего, никаких спойлеров. После ролика, естественно, весь материал. Короче, есть момент, то, что вот здесь вот дизельный гель. Наш первый автобус. Заходи. Я здесь отца своего похоронил. Именно здесь, в Волге, начнется очищение воровского мира. С этого двора. Потому что сила, она в людях. Мы потеряли бойца. Начнется очищение. Я пытался уйти от любви. Я брал острую бритву и правил.
тебя я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Надежду в комнате с видом на огни, с верою в любовь. Даже номер остался прежним. Так, для тех, кто не понял, это тачка Антохи. Мы капец какую тоже суету наводили раньше на ней. Так, ребят, ну что, я в городе. Сейчас осталось доехать до МРЭО, кинуть эти номера. Возьмем их тоже как это называется, за моральный ущерб. А затем по-быстрому нужно скинуть тачку и все, забрать бабки, положить сюда и дальше уже делать по распорядку существующего плана. Что за план? Естественно, узнаете чуть-чуть попозже. Нифига себе, новая семерка, первый раз такую вижу. Алды помнят, как я отношусь к семеркам. Ебать тебя по лицу, приведи в чувство, что сегодня модно, я больше не хочу знать. Это не искусство, знаю точно все круговорот. Ничего не поменять нам, это я все подавать, мысли по миллиарда. Я не званый гость, этих миллиардов, и мне тоже пойдет. Да, все, продалась машина. Все, что деньги у меня, едем домой. Пацаны, вы охренеете. Сегодня в 22.00 на 12 серии на Радмире на Хасле. Жду всех.